Форум представлен четырьмя направлениями – спортивной, здоровой, нарядной и музыкальной губерниями. Вот с музыки как раз и начали. С семейной концертной программы в исполнении камерного оркестра. Сегодня уникальные мастер-классы робототехники, у нас музыкальная губерния, у нас веселые спортивные танцы, и все это сегодня на нашем форуме. Такие мероприятия станут доброй традицией. Первый форум мы провели 25 декабря в Сосновом Бору. И он также был очень востребован, и мы решили, что такой формат очень нужен семьям. Такие мероприятия будут проводиться у нас в течение года. Наверное, для каждой семьи каждый год особенный, не только в год семьи, да, то просто в год семьи будет больше мероприятий, которые нацелены на семью для того, чтобы раскрыть потенциал. Да, тот, который есть в нашем регионе, в нашей стране. Сегодня во Дворце спорта Олимпийский почти 1000 человек. И каждый из них уверен – семья – основа благополучия жизни. С официальным открытием года рязанцев поздравил глава региона Павел Малков. Старт мы даем здесь вместе с вами. Вот надо сказать, что наш президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой семьи и сохраняется такая твердая связь поколений. Традиции эти обязательно нужно развивать, нужно их сберегать. Для нас вообще, для всех, большая крепкая семья – это норма, и это образ жизни для всех народов нашей страны. По словам главы региона, в этом году работу по эффективной поддержке семьи, а также воспитанию исконно русских ценностей в сердцах подрастающего поколения будут вести особенно активно. Мероприятия охватят практически все сферы жизни – от образования и культурно-просветительских кампаний до создания социальной инфраструктуры. Да и денег добавят. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».